Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите информационную программу «7 минут» в студии Элеонор Минкова. И сегодня у меня в гостях мистер РГУ 2013 Евгений Челяев. Здравствуй, Женя! Здравствуй, Эля. Наши телезрители уже привыкли, что обычно в этом кресле сидят какие-нибудь девушки-победительницы конкурсов красоты. Но сегодня у нас в гостях именно ты, поэтому хотелось бы узнать, что заставляет молодых людей участвовать в подобных мероприятиях? Ну, молодых людей заставляет участвовать... Это в первую очередь доказать самому себе, что ты лучше. Ну, всегда вот во всех конкурсах, в которых я бы не участвовал, всегда идешь не за победой, но хочется, конечно, выиграть, как любому парню. И поэтому вот я пошел и выиграл. Все удалось. Да, все удалось. Мистер РГУ – это мероприятие, которое существует уже много лет. Ты, скажи, давно мечтал участвовать там? Как ни странно, я на первом курсе вот узнал, что есть такое мероприятие, как «Мистер РГУ». Я смотрел, присматривался. Где-то на втором курсе у меня появилась такая мечта поучаствовать. Вот, но я очень переживал, думал, еще маленький такой. Думал, надо учиться. Вот, и потом я посмотрел, что у нас, к сожалению, на факультете как-то... Ну, участники, в общем, особо ничего не добивались. И вот, и мне все вот с третьего курса мои друзья говорили: давай, Евген, давай, давай, у тебя все получится. И я вот на пятом курсе созрел и решил поучаствовать, и все получилось. Проходил ли ты факультетский этап или сразу прошел на университетский? Нет, факультетского этапа у нас не было. У нас очень, к сожалению, мало молодых людей, да, которым интересно вот это вот участвовать во всех конкурсах. Вот они все учатся. Я тоже учусь, но я вот немножко разноплановый такой. Подошли, сказали, что у нас будет проводиться такое-такое мероприятие. Я сказал, что я буду участвовать. Вот у нас прошло, в общем, некое такое собеседование перед деканатом. Я рассказал о себе, ну, как самопрезентация, в общем, и пошел сразу на общего мистера. И что было дальше? Я знаю, что в «Мистере РГУ» уже давно проводят некие предэтапы. Ну, на картинг я попал на этот этап. Не очень все получилось. Я перепутал педаль газа и тормоза. Вот, и поначалу... Создал аварийную ситуацию? Да, мне пришлось всех пропускать. Я приехал 6-й из 9, поэтому, ну так, не очень хорошо. А на табуретный этап я вообще не попал. Я работал, потому что 5-й курс уже как-то нужно думать о будущем. Я работал и, к сожалению, не смог перепроситься. У меня был выбор либо попасть на предэтап, либо на мистера. Но я выбрал мистера, потому что я думал, что если я сделаю красивую табуреточку, это мне не поможет выиграть. Вот так было. И то есть то, что ты не делал табуретку, даже потом никак не сказалось на общих результатах в мистере? Ну, сказалось, но просто, наверное, мне все сказали, все вот ребята, кто сказали, что у меня было очень сильное видео, и номер достойный, и импровизации, поэтому я заслуженно победил, и для меня это самое главное, то, что вот сказали. Ну, не все, конечно, но основные ребята сказали, что я молодец. Давай тогда обо всем по порядку. Сначала про видео. Про видео. Видео, когда я узнал идею подвиг, то, что я совершил подвиг. Это была такая тема. Да, такая тема видео. Вот. Мы собрались, подумали, и мне очень в видео помог с идеей, помог Сережа Пузырев. Это парень тоже учился у нас на факультете, закончил где-то 3 года назад. Мы с ним знакомы еще со «Звездного отряда». Мы придумали вот то, что вот с памятниками. Мы просто «Звездным» тоже этим самым занимаемся. То есть это не просто так было, вот просто один раз мы выехали и сделали это. Мы занимаемся на протяжении целого года уже. Вот я 5-й год занимаюсь этим. И вот мы просто думали, как это красиво все вот сделать. В общем, не то, что не делать акцент, то, что не я сделал подвиг, а самый главный подвиг, то, что, ну, благодаря чему мы вот можем себе позволить, ну, участвовать в мистерах, вот с тобой сидеть здесь. Вот это вот те люди, вот, которые вот выиграли Великую Отечественную войну. И вот мы придумали все. Я попросил Тимофея Бургова, прекрасного оператора, который сделал просто шик. И все мои родственники, все смотрят, плачут. И это видео, конечно, в моей жизни будет прям навсегда. Ну вот, и сняли, съездили. Вот так вот получилось такое. И мне очень понравилось, когда мы видео-то показывали, и зал во время видео 2 раза мне хлопали все. Прям это, конечно, было очень сильно. И я прям очень был этому рад. Что ты воодушевился? Да, я воодушевился. Когда я уходил, я зашел за кулисы и заплакал. Я обнял Мумикон тоже. Это вот. Правда? Да, это чистая правда. Что было на импровизации?
На импровизации было вообще очень смешно. Я тоже попал с Омиконом, почему-то мы всегда с ним. То есть участников вызывали по парам на сцену? Да, у нас было 9 участников, нас вызывали по 3 человека. Там было, в общем, ведущие говорили какую-то историю для всех одну и ту же, и мы должны были показывать, как мы ее видим. Вот. И мы показывали, в общем, было смешно, забавно. Все, импровизация прошла у всех отлично, все молодцы, все было весело, позитивно. На самом деле, это казалось странно, что это так быстро, но когда там на сцене вот это импровизируешь, это было очень долго, и думаешь, что когда же все закончится, потому что уже все, в голову ничего не лезет, но пришлось. И потом был творческий номер. Сколько вы готовились? Сколько репетировали? Репетировали, знаешь, я тебе скажу так, эту идею придумала Катя Фадеева, где-то около полугода назад, просто придумала для своего танцевального коллектива, и потом, когда она узнала, что я пойду на мистера, мы эту идею взяли, и уже мы по ролям все сделали, все отрепетировали, где-то около месяца мы репетировали. Но с учетом моей работы, что я работаю 3 через 3 дня, я вообще не могу репетировать и ничего делать. Как-то ночами мы вечерами собирались, утром там везде. Месяц мы отрепетировали, и вот. Я смотрела видео, ты очень даже хорошо вписался в коллектив профессиональных танцоров. Скажи, у тебя была какая-то подготовка до этого? Соответствующая? Нет, я на самом деле не танцор. Я занимаюсь в театре просто, был опыт как раз тоже с этим коллективом. Мы в том году выступали на «Черном коте». Меня тоже попросили. Я там так просто эпизодичную роль постоял, да, поулыбался. Такого танцевального опыта больше не было. Только репетиции, и еще раз репетиции. И получился такой номер. Наверное, самый кульминационный момент – это когда ты стоишь за кулисами, смотришь творческие номера других участников, и вот-вот тебе уже выходить на сцену. Что ты думал в тот момент? На самом деле, в тот момент я ничего не думал, потому что я сцены не боюсь, я привык в театре везде выступать, и у меня почему-то пропало немножко есть некое волнение, но не такое, как было раньше, которое подстегивает тебя . Нет, я спокойно думал о реквизите, чтобы ничего не забыть, чтобы не подвести ребят, которые мне помогали в этом, а волнения никакого не было, и просто я за кулисами смотрел и общался с другими ребятами, смотрел их номера и радовался за них, то, что у них так все хорошо. Все прошло удачно? Ты не забыл движение, не потерял ботинки? Было пару моментов, которые мы потом с ребятами разобрали. Самый момент такой, который, наверное, бросался в глаза, я был в подтяжках, и они у меня слетали постоянно. Я забыл их пришить. И поэтому мне было немножко неудобно, а движение я, как ни странно, не забыл, и получилось все достаточно неплохо. Что было после творческого номера? Спокойно ждали результатов. Спокойно? Я не верю, что спокойно. Не спокойно, конечно, я переживал, потому что, сердце билось в груди? Да, билось в груди. Конечно, хотелось выиграть, но прям такой задачи, если бы не выиграл, я бы не расстроился бы. На самом деле, просто мы порадовались, что достойно просто представил свой факультет любимый, и все хорошо. Что творилось внутри, когда объявили, что Евгений Челяев становится мистером РГУ 2013? Ты знаешь, ничего не творилось. Просто в этот момент просто не понимаешь на самом деле то, что, многие считают, что это ерунда, недостижение. Для меня это достижение, раз Коль уж начал участвовать в чем-то, доведи это дело до конца. И мне когда сказали, я выбежали все поздравлять, и первое, что я увидел, я отворачиваюсь, поворачиваюсь, и у нас у партнерши моей, у Ирины Маинской, маленький ребенок, Вовочка, и она его на ручках, взяла так, и я такой раз поворачиваюсь, и бегут меня обнимать, я поворачиваю голову, а я, высокий, и раз, он прямо в маленькое личико, прямо передо мной, и он такой радостный, так улыбается, это вот первое, что я увидел, так запомнилось, потом стандартное поздравление, обнимание, позвонил маме. Мама, к сожалению, у меня не ходит никуда, потому что она очень переживает, и меня это очень отвлекает. Она весело, грустно, она всегда плачет, и поэтому я знаю, что она плачет, где-то сидит в зале тихонечко, поэтому она у меня всегда смотрит на видео. Получается, самым главным призом для тебя стала радость мамы и то, что номер с мистера прошел на «Черного кота» 2013. Да, конечно, это самое главное, то, что понравилось. Даже больше, наверное, бабушке и дедушке понравилось, нежели моей маме, потому что всегда ей все нравится, по большому счету. И да, то, что этот номер мы общими усилиями его сделали, и на кота
Да, это вот самое главное, то, что мы прошли. Ну что ж, нам остается пожелать вам удачи. А я напоминаю, что это была информационная программа «7 минут». Элеонора Миенкова и Евгений Челяев рассказывали вам о мистере РГУ 2013. До встречи!